Первенство Украины по мотокроссу. Оно было разыграно близ Киева. На дистанции мотоциклы с колясками. Уверенно ведут гонку заслуженный мастер спорта Раутенфельд с напарником Портнягиным на машине номер 25. За лидером следуют перворазрядники Королев и Горпыненко, номер 9. А также неоднократный чемпион Украины Колпаков с Балашовым на машине номер 4. Идет состязание в смелости, выдержке, выносливости. Последний километр. И только тут выявляется победитель. Это экипаж машины номер 4. Анатолий Колпаков и Александр Балашов. Мотогонщики из Киева, чемпионы Украины.